самое интересное. Ну, ведь самое интересное, я могу сказать, когда я во время первой экспедиции, которая была в январе прошлого года, я когда приехал, мы языка толком не знали. То есть мы не знали языка Туройю. Мы знали его так же, как я узнал так же, как я знаю аккадский язык, то есть как язык письменный, который я выучил сам, как и все остальные языки я выучил сам, без единого гвоздя урока преподавателей. Вот. И он был для меня письменный язык, то есть что мертвый язык аккадский, который мертвый уже, не знаю, больше 2000 лет, что живой бесписьменный язык Туройю, с которым я познакомился по литературе, по грамматикам, они были из той же, из одной и той же материи. И когда я приехал, и я услышал живую речь, меня унесло. Унесло просто, как не знаю, как во время финальной стадии объятий с любимой девушкой. Вот. То есть это постоянное было потрясение. Вот это сам поток речи, малопонятный, но живой. Вот. И это было самое сильное впечатление от первой экспедиции. Оно потом, конечно, стало другим, потому что уже я с ним живу таким образом полтора года, да? Вот, как молодожены, да? Вот. И я уже научился на нем говорить. Я могу вести на нем полевую работу уже. Вот. И, в общем-то, я понимаю разговор между людьми, которые говорят друг другом, а не со мной. Но все равно общее вот, ощущение чуда, оно осталось. Вот, может быть, это не по годам романтичное восприятие, но это так. Вот.